Здравствуйте, мы являемся студентами ТУСУРа, обучаемся по направлению экологии и природопользования. Наш профиль – это экологическая безопасность природопользования. Мы участвуем в групповом проектном обучении. Тема нашего проекта – управление ростом растения при помощи искусственного освещения. Нашего проекта ГПО мы изучаем возможности влияния искусственного освещения на органолептические свойства растений. Как известно, свет разбит на различные спектры, каждый из которых по-разному влияет на различные свойства растений. Например, синий спектр влияет на вегетативные свойства растения, красный спектр влияет на развитие плода и рост растений. В рамках нашего проекта мы изучаем динамику роста кресала Татукат. По результатам эксперимента было выявлено, что под лампой мощностью 6 Вт растение развивается на 20% быстрее. Также для желающих проявить свои конструкторские способности они могут поучаствовать в создании гроубокса. Я решил вступить в ГПО, чтобы попробовать что-то новое, потому что обычная студенческая жизнь в ТУСУРе в виде ходить на занятия и уходить домой, это довольно-таки скучно. Мне хотелось попробовать себя в чем-то новом, поучаствовать в каком-либо проекте, в научной работе, познакомиться с новыми людьми, попробовать поработать в команде. Разработав свой проект, вы можете участвовать в различных научных конференциях. При победе в данных конференциях вы можете претендовать на повышенную стипендию. Проблема правильного питания существовала на протяжении всей истории человечества. Получать здоровую, еще и вкусную пищу хотят все сторонники здорового образа жизни. Но в современных условиях это сделать довольно сложно, так как современные продуктовые магазины закупают растительную продукцию, выращенную в теплицах. А в теплицах, как известно, ультрафиолетовый спектр излучения почти не используется. Это является огромной ошибкой производителей растительной продукции, так как ультрафиолетовый спектр, конечно, не способствует активному росту растений, но влияет на синтез метаболитов, которые, в свою очередь, улучшают полезные и вкусовые качества растений.